Здорово, Димон. Димон, да. Нам нужно покрасить тачку. Димон. В красный, давай. Потому что это Димон, да? Во! Поехали. Вот сюда. Сейчас спросим, нормально с ней или нет. Василий, как тачка? С автомобилем все в порядке, он говорит. Да ладно, первый раз такое, ребята. Нет, раз, два, три. Всем привет, ребята, это канал Горюшин Игруш, и сегодня мы играем... Car for Sale. Мы продолжаем зарабатывать на продаже автохлама. Да. Иногда приводим в порядок, иногда продаем просто так. Да. Итак, у нас... Мы заработали там сколько, получается? 10 тысяч. 10 тысяч. Да, ну, вот сейчас у нас на продаже стоит одна машина, у нас немножко потери денег. Мы решили сейчас сходить за автосервис, там есть это... Приемка металла. Да. У тебя нет металлолома, говорит толстяк. Угу. А где его собирать? Ведь его же можно собрать, ребята. Да. Интересно. Так, у нас стоит машинка, смотрите, какая старенькая. И уже есть покупатель. Пока вы спали, мы искали тачки для вас. Так, 3500 мы выставили. 2500. На мои денежки. 2500, говорит, да. Заберу. Давай. Ну ладно, забирай. 11 тысяч. Ладно, забирай, так и быть. Так, ну что у нас по расписанию? Поехали-ка мы в район искать новые машины. 11 тысяч у нас заработано. Так, чувак, а сколько ты тут... Ford Focus первый. Ford Focus. Сколько хочет? 7125, недешево. Что так дорого-то? Ничего себе. Ну давай возьмем. Такая мелкая 7 тысяч стоит? Давай возьмем. Что? Ну это Ford Focus. Сейчас мы ее проверим, ребята. Сейчас мы ее проверим в автосервисе. Да. И будет понятно, хлам мы купили или не хлам. Да уж, ребята. Ну, кстати, если это там СТ, то нормальная тогда цена. Ну, ребята, видите? Нормально едет, кстати. Видите, как она едет? Может, это СТ-шка, поэтому она и дорогая. Видите, как она едет? Опа! Давай почини сумочку. Тормоза так слабовато. На трассу. Тормоза, да, слабовато, но 7 тысяч не стоит. Ну, это уже такая хорошая машинка. Попробуем ее продать за 8 с чем-нибудь, да? Да. Не будем сильно накидывать. Стой, что ты делаешь? Подрезал. О, нет. Обошли. Так, сразу давай сюда, к нашим ребятам, сервисникам. Авторепэр. Поехали. Вот сюда. Сейчас спросим, нормально с ней или нет. Василий, как тачка? С автомобилем все в порядке, он говорит. Да ладно, первый раз такое, ребята. Ну тогда можем выставить. Попробовать за 8500, не знаю. Дрифт еще. Кстати, смотрите, очки за дрифт есть. Не было в прошлый раз у нас такого. Так, давай сюда заворачивай. Опа, стоп. Давай. Сейчас пойдем. Сейчас пойдем в наш как... компьютер, офис. Компьютер, да, офис. Да сколько ставим? Ford Focus. Так, было, видишь, 7125 мы купили. Давай 9200, давай. О-о-о-о. Это мы, конечно... Ну что, где покупатели? Покупатели? Не знаю, возьму... Да. Смотрите, ребята, у нас есть уже покупатель. А, что-то знакомый. Папа, подожди, мне кажется, это человек какой-то знакомый. За 8500, ребята, мы его. Ну ладно, бог с ним. Смотрите, кстати, обратите внимание, у нас на офисе новая вывеска. Игруши. Да. Так, мы опять на район. Ребята, 8500 мы отдали. Вот мне этот человек напоминает, мне кажется, он уже у нас что-то покупал. То есть 1300 мы наварили, смотрите, у нас 20... Так, о, 2000. 2187 это наш вариант. Старенькая машинка. Может, ее сразу? Ну так, заводится с трудом. Ну давай ее отправим прямо в сервис, давай. Давай. Вот сюда, опа. Да, ребят, ну видишь, я за 2000 купил. А сами отправимся на остановку. Вот видите, ребят, за... Мало ли не доедет там. Ну, кстати, да, вот если мы поедем, а вдруг заглохнет. Заглохнет, поэтому мы ее сразу в сервис. И вот сюда. Мы же там заправку или что-то такое. К офису приехали, сейчас посмотрим, что там делать. Там, кстати, автопокрасочная, давай ее потом в красный цвет перекрасим, если будет возможность. Давай. Вот бэху делают, видел? Давай. Смотри, здесь как раз бэху делают. Так. Ну что? Сколько там? 300 с чем-то, что ли, по-моему, да? 300 с чем-то. Ну ладно, мы ее еще перекрасим, ребята. Да. Не проблема. Сейчас сделаем машинку и покрасим, и выставим, попробуем задорого. Задорого, да, задорого.
Так, ну что, готово, погнали. Сейчас покрасим ее. О, яркий красный. Давай. Для женщин подойдет. Ну так, заводится, вот я говорю, все равно старенький. Но машина сделана. Вон бэха висит, видел, на подъемнике. Да. Не, ребят, ну все равно мы сделали... Это что, это Волга? Опа! Уа. Это не Волга, это какой-то старый, я не знаю, что это такое. Я тоже понятно. Может, СААП или еще что-нибудь. Так, здорово, Димон. Димон, да. Нам нужно покрасить тачку. Димон. Красный, давай. Потому что это Димон, да? О! Димон, 300 Димон. Рублей всего-то. Да, 300 рублей. Итого мы потратили там 400, здесь 300. Здорово, Димон. Ладно, Димон, спасибо тебе большое. 700 рублей, ребята, мы потратили на ремонт и покраску, поэтому как минимум мы должны это накинуть. А стоила она 2... Сколько она стоила? 200, по-моему. 250, по-моему. 200 с чем-то такое. 280. Сейчас посмотрим. Ну, красивая стала, смотри какая. Да. Должны взять. Попробуем, значит, мы потратили в общей сложности машина плюс ремонт и покраска 2800 с чем-то. Да, 2800. То есть можно ставить, попробуем за 4200. Давай за 4200. Пелагея от Citroёn. Citroёn. О, первый покупатель, смотри. Это Peugeot, оказывается, ребята, я не знал, что это Peugeot. Здорово. Куда пошел? Так, ну давай, дружок. Давай. Что предложишь? Что? Давай. 3500 мы поставили, а он 2800 хочет. Нет. Ах ты ж вымогатель. Нет, нет, ну, давай, ну, еще. Ну, пошел вон сюда. О, этот чувак, помнишь? Он да. Такой... Так, 3500 хотим, 2400 вообще борзеет. Нет, отказ. Давай ты покупай. 3500 хотим. 2100 он хочет, да и ладно. Да пошел ты вон. Чего ты вымогаешь? Мы тут вложили деньги в нее, понимаешь, покрасили. А значит, никто... Он вообще за 2 хочет. А значит, ни один покупатель не хочет покупать за 3500? Ну, да. Ну, в любом случае, да. Да, надо будет скидывать, что делать. Приходится. Все, поехали на рынок съездим, что ли? Поехали. Пока она продается. Да, ребятки, не густо, конечно. Так, новые тачки в этот день, смотри, уже другие. Новые. Давай сразу спросим, сколько аудюха. 14800, ну, недорого, кстати. Давай тогда дорого, пикап дорого возьмем. Пикап, наверное, самый дешевый, я уверен. Битый, кстати. 10, наверное, между прочим. Ну, что там? 8100. Ну, давай возьмем, попробуем. Зачем? А давай просто без ремонта его так и продадим. Давай. За 8, дорого, за 8, да. За 9 или за 9 продадим. Дорого это. 8 тысяч. Что-то. Ну, на ходу, смотри, какие диски, зато неплохие оригинальные диски. На рынок, да, он как лично. Ну, видишь, что-то в этот раз вот на районе дорого машины стали выставлять. Да. На рынке дешевле взять. Ожидал. Едем. Смотри. Надо ту Audi будет купить в следующий раз. Смотри, 80 на нас. 90. Ну, под 100. Вообще огонь. О, смотри, пока мы ездили, смотри, сколько покупателей красного Peugeot пришло. Сейчас мы эту машину поставим просто и с этими разберемся. Ну. 3500 хотим. 2900. Свободен. Хотя нам придется, наверное, продать все-таки за 2900. Этот сколько хочет? Тоже 2900 хочет. Свободен. Чего вы с ним понимаете? Этот сколько хочет? 2600. Совсем обалдел. А этот? Просто за 9. Усатый давай, предлагай. 2600 тоже. Ну, ребят, на сегодня вы свободны. Пошли машину по пикап сейчас выставим. Ну сколько ставим-то? 9. Давай 9. Или 8. Давай, давай 8600, чтобы вообще без этого. Давай. То есть мы минимальную наценку. Без ремонта машины. Да. Видишь, битые крылья, битый капот. Ну что делать? Что, посмотрим? Кто-нибудь покупает и придет за 8600. Ну, 8600 мы не борзеем, ребят. Прикинь, за, вообще за 20 продать. Ну, так ты будешь, знаешь, сколько продавать? Очень долго будешь продавать. Mm-hmm. О, тетенька пришла за пикапом. Видишь, как, видишь, когда цена маленькая, народ берет. А когда большая, все начинают что-то торговаться там. Ну, давай, сколько? Возьмет сразу? 8600. Ну, что? Эй, братан, главное. Эта цена мне не нравится.
Или что? А. Она купила? Ну, она купила ее. Так, ребята, пока мы тут... 4300? Нам тут человек подогнал Citroёn. Почему 4300? Не знаю. Потому что мы Citroёn купили. А, мы Citroёn. Нам сейчас человек подогнал, пока мы продавали. Смотрите, что, сколько хочет. 2900, давай отдадим. Давай. Мы уже 3200 выставили, и все равно никто. Отдали, наконец-то, красную. Так, теперь что у нас? Теперь это... Вот, нам приехал барыга перепродать Citroёn. А, Citroёn, да. Ну, пока стоит, но не знаю, ребята, будет продаваться, не будет. Вот, идет кто-то. Идет кто-то, да. За Citroёn. Давай, кучерявый, приобретай. Кучерявый. Он не кучерявый. Ну, давай. О. Мы хотим 5200. Или 6, сколько у нас там? 6200 мы хотим. Он взял ее, ребята. 13. Он ее взял. Да. И на сегодня у нас 13476. 13476. Я думаю, что можно закругляться. Да. Ехать спать. А на сегодня... Это все, ребята. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Игорюши и Груши. И не забудьте мой инстаграм. Наша прибыль сегодня 3800. Да. До новых продаж.